понедельник «Орел» вместе со всей страной вспоминал подвиги героев Советского Союза, героев Российской Федерации, кавалеров Ордена Святого Георгия и Ордена Славы. В полдень их имена звучали в центре «Орла» у памятника Ермолову. 9 декабря здесь впервые так многолюдно. В этой плеяде героев звезда первой величины Алексей Петрович Ермолов, один из талантливейших полководцев русской армии. Наш великий земляк был трижды удостоен главного боевого ордена России. Праздничная церемония завершилась возложением цветов. Их приносили представители трудовых коллективов, общественных движений, молодежных организаций, а также власти Орла и области. Я считаю, что это будет традиция, очень хорошая. Тем более есть у нас куда возлагать. Все, кого мы пригласили на сегодняшнее мероприятие, и представители молодежных общественных организаций, и вузы, все с удовольствием откликнулись и все пришли. Безусловно, это очень актуально именно сегодня, когда предпринимается множество попыток переписать нашу историю. Молодежное крыло «Единой России» действительно проводит хорошую акцию «Герои нашего времени». Это не только те люди, которые в боях, защищая Родину, заслужили это великое звание быть героем Советского Союза и героем России. Но это еще и многодетные мамы.